Сегодня в социальном центре Вятца Куспиранца проводится встреча женщин, подвергающихся насилию, с послом доброй воли ЮНЕЙДС Ольгой Тира, которая проводит эту кампанию по всей Молдове. Событие это проводится в рамках кампании, 16-дневной кампании «Остановим насилие вместе, нет насилию в семье». При участии и сотрудничестве с инициативой «Позитива», UN Women и при содействии социального центра Вятца Куспиранца, организация «Второе дыхание». Встречи будут участвовать женщины из районов севера, которые подверглись насилию, женщины из Пельц, а также представители общественности и наших социальных центров, центра СОТИС, центра Рин-Тарчере и центра «Второе дыхание» для пожилых людей. Что я хочу сказать, что очень важный момент. Мы ждем здесь одну неправительственную организацию, которая занимается также насилием, из Дроки, Артемида, которая защищает права женщин, подвергшихся насилию в Дроки и в сельских районах. Еще одно важное событие. В этой встрече будут участвовать так называемые позитивные чемпионы. Так называют женщин, которые подверглись насилию и выступают с открытым лицом, а также позитивные девианты, которые работают в организации «Второе дыхание».